Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенда Дракономании, и у нас тут Дракон Мох какой-то у нас давайте нажмем поучаствовать, что для этого нужно. Это битва с боссом. Шорпуджури, она у нас уже идет. Ха-ха-ха. 4 раунда, блин, я что-то полдня провтыкал. Ну давайте будем пытаться наверстать упущенное. Так, битва с боссом. 6 дней. Ну, у меня обычно как раз и уходит. 6 дней на 4 круга. Так, дальше. Получить дракона капучино. Ну, это нам вообще не интересно. Я вот в лотерею не играю. Это мы, конечно же, будем участвовать. Так, у меня до сих пор не получилось вывести сиреневое. Я сделал много комбинаций. Я переключился сейчас на выведение дракона альфа. Вот такая вот комбинация. Весна плюс огонь. Вот эту я сейчас использую. Так, вот это давайте мы освободим. Продадим просто, да? Других условий у нас нет. Что у нас тут по клановым событиям? Что-то есть? 3 дня, 16 часов. Да, вот идет. Идет. Тоже только началось золото на рудниках. Давайте пойдем сейчас соберем. Кстати, тоже есть, конечно же, кого у нас качнуть. Обязательно качнем. Блин, опять вот это что я так вот захожу не туда и куда и надо. Это не надо, это не надо. Это сейчас мы тоже сделаем. Ну вот зачем так далеко бросать? Во. Вот отлично. Это тоже мы тоже. Блин, бросай. Там тоже было две фермы. Постоянно то ему надо пол экрана провертеть, чтобы привести нас. Так это пока не надо, вот это надо. Только мне сюда. У нас есть кого кормить. Так, все это максимальное отдаление. Так, вот кто-то у меня должен быть здесь. Во, да, ребятки, будем кормить нашего легендарного дракошку. Это у нас Мурана. Блин, смотри, какой он делает. Ты кормишь, и он дергается. Это у нас целая пачка была легендарных драконов. Кстати, нужно качнуть его на 20 и сразу отправить на пробуждение стихии. Он что, привидение? Он полупрозрачный? Сейчас мы прочитаем про него. Почему он такой? Так, давайте смотреть. Вот такие показатели. Прекрасный муранский дракон со стеклянной прозрачной кожей. А органы у него тоже что-либо отсутствуют? Почему? Кожа-то прозрачная, должны быть мышцы, кости. Переливающий сотнями оттенков не может не понравиться. При всей кажущейся хрупкости он был закален пламенем и так просто не сдается. О, вот так вот, ребята. Вот такой у нас дракон. Ну да, он как стеклянный. Это стеклянная игрушечка. У меня есть тоже маленькие такие из стекла фигурочки. Вот они выглядят тоже так вот, с капельками такими на концах. Так, все, хорош тебя кормить. Давайте пробудим ему стихийку. Стихия энергии пробуждается целый день. Вот мы их, те две фермы, про которые шрал. Рубина, что ты здесь делаешь? Продать. Просто место занимает. Так, так, так. Код дружбы 5B0F59, если мне память не изменяет. Кто не добавился, еще добавляйтесь. 5B0F59. Так, а мы выполнили тем временем еще одно задание. Условия. Готово. Так, ну вот как раз мне хватит на это все дело. Вот так вот, да? Что у нас там по осаде? Ну, пока что поровну, ребятки, давайте нажимать. Ну, это просто еще только началась акция недавно. Еще не все об этом поняли. Клан полный, давайте, ребята, побеждать. Так, что тут новое? Давайте еще кого-то посадим из невыведенных драконов. У меня еще есть, это же из этой, вместе с Мураном было много драконов. Еще есть алоэ, давайте поставим на выведение дракона алоэ.
Алое. Прикольно. А, у меня пульсара нет до сих пор, блин. Я бы его вывел, он прикольный. Разве у меня нет пульсара, ё-моё, как такое может быть? Пульсарчик, блин, а ну я не успеваю, я в этой акции, походу, блин, не получается. Ну, что-то не фартит как-то, ребят. 11 дней, я и хоть бы легендарного успел вывести. Близнеца Альфу. Ну, бету, блин, я сиренево никак. Ну, вообще, я столько комбинаций сделал, у меня не получается. Не везет что-то. Может, я комбинацию неправильную делал, ну, вроде бы же смотрел. Ладно, давайте идем на колдовскую. Заглянем, где там, блин, меня уже подвинули, да, меньше 1000. Ну, как классика жанра, ребята. Вот 54-й. Погнали. Наваляем сейчас людей. Хотя не надо, у нас преимущество 4 уровня плюс легендарность. Это был самый сильный. Так, ну и с ветерком, так сказать, прокатились. Ура, ребята! Кстати, там был самый сильный, не такой же сильный. Опу, 50-й на все звезды нам тоже подходит. Так, все правильно. Погнали. Должны справиться. Должны справиться. Так, а ну-ка. Я тебя пробью за один удар. Блин, а ну это несерьезно. Капец. Ну ладно, давайте будем уже наверняка. Но этот был слабее. Так, вот это типа самый сильный, да? Так, ну этого должен пробить за раз. И тебя тоже. Кицуне. Ну и агента туда же. Нет, смотрите, какой жесткий агент. Разница-то большая в уровнях. А он выжил. Еще и как выжил. Ой, легендарный кусочек. Так, давайте глядеть, может, еще кто нам попадется. Лучший защитник на одну звездочку. Давайте факела возьмем. Трабл. Трабл пойдет. Надеюсь, он справится. Будет прикольно, если здесь только один сильный дракон. Нет, не один. Так, вот крепкий парень. Кстати, нет, тут надо, давайте так все-таки. Я перестарался, может быть, ну ладно. Да, был один только, блин, можно было пройти, конечно, и совсем другим способом. Ну кто ж знал?
Так, 1001, да, ну, кто мне? Мне Миха остался, но он, блин, вообще, он хиляк у нас еще тот. В детстве много болел. Хоть и уровень у него 57, он все равно слабый. Такое себе. Так, это если бы он был на две звездочки 54 56 56, да, он бы был бы сейчас вот тут 56, вот тут 58, и сейчас звездочка, он 59 уровня, то есть этот лучший защитник сильнее Михи. Так что даже вот не знаю. Давайте заглянем, посмотрим. Если он там один, то справимся. Если, конечно, не один, то будет неприкольно. Так, 50-й. Так, завалим его, нет? Завалили. Ну так, противники растут. Вот, 54-й. Это самый сильный. Давайте как-нибудь... вот так разберемся. Там-та-дам! Так, 50-й. 50-й. Плюс 6. Плюс 6 уровней. Он примерно нашего уровня. Надо защищаться. Да, он бы нас завалил, точно. Ё-моё. Плохо дело. Этот сильнее нас. Боги. Нас опять отбросило назад. Эх, ну ладно. Немножко подожду и отвоююсь обратно. А на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр. И напишите, пожалуйста, какой комбинации вы выводили, фиолетового или сиреневого, как там тебя зовут? Сиреневого. Всем пока.